Приветствую всех и хочу сделать небольшой обзор сумки-органайзера, купленного в магазине Banggood. Чем же, собственно говоря, интересен данный органайзер? Давайте посмотрим на него ближе. По размеру это типичная сумка для накопителей для жестких дисков 2,5 формата, 2,5 дюйма. Единственное, оно идет, данный этот бокс, он идет в два раза толще, чем обычные сумки. Почему же? Да потому что здесь добавлены вот такие вот интересные вкладки с ячейками. Для меня это было очень интересно, потому что у меня очень много переходников под разные HDMI-ные штекера, там с HDMI на мини, с HDMI на микро, угловые разные переходники. Есть у меня много переходников микро-USB на Lightning, с Lightning на старый iPhone. То есть вот это все можно удобно разложить. Хотя в первую очередь оно, конечно, позиционируется, данный органайзер, как органайзер для карт памяти, то есть сюда SD-шки, микро-SD-шки можно вкладывать, ну кому как будет удобно. В комплекте идет шнурочек, очень таки солидный, с карабинчиками. Сюда можно положить жесткий диск, либо пауэрбанк. Сюда, как я говорил, уже можно положить либо карты памяти, либо различные адаптеры. Ну и сюда можно положить кабеля какие-нибудь там. Сделано все довольно аккуратно, прошито ровно, нигде нитки не торчат, фурнитура очень хорошая, молния ездит плавно. Вот сюда можно ремешок прицепить. Качество отличное. Всем, кого заинтересовало, данный органайзер можно купить в магазине Banggood. Спасибо за внимание. Пока.